Один человек погиб, пятеро в тяжелом состоянии, трое пропали без вести в результате ЧП на электростанции в английском графстве Оксфордшир. Рухнула часть здания длиной около 300 метров. Очевидцы рассказывают, что перед этим слышали взрыв, затем все окутало гигантское облако пыли. В полиции поспешили заверить, что это не теракт. Предполагаемая причина обрушения – ветхость конструкции. Электростанция не работает с 2013 года. Ее планировали снести.